Здорово, диванный глобал! Специально для тебя я сделал самый топовый, самый читерский, самый пушечный конфиг. Далее в видео я расскажу, что он может и как его установить. Кстати, прошлый победитель комментариев становится БАУ! Напиши мне в ВК, и я расскажу, как получить приз. Итак, в моем конфиге помимо увеличения FPS и уменьшения пинга есть очень крутой прицел. Если присмотреться, их сразу два. Один может сужаться до точки и расширяться в зависимости от твоего положения, а второй показывает точный разброс пуль. К тому же я не говорю о прекрасном худе, который убирает все лишнее и показывает всю карту на радаре. Следующее — это супер-пупер мега-бинды. Самые важные — это F1, F2, F3, F4, где F1 — это закуп М-ки либо калаша, брони и гранат, а F2 — это то же самое, только АВП. F3 и F4 я оставил для автозакупа и ребая. Дальше еще интересней. F5, F6, F7, F8 — закуп отдельных гранат. F5 — это хаешка, F6 — слепо, F7 — смог и F8 — это молотов. Очень удобно и быстро закупаться в начале раунда. Продолжу тему с гранатами. Быстро взять гранату — это Z, X, C и V, где Z — это молотов, X — это смог, C — это флешка и V — это хае. Кстати, по поводу флешки. Бин стоит такой, чтобы флешка бралась быстрее через нож. Но не забивай себе голову, просто юзай. Теперь поговорим о крутой фишке для тренировки и съемки видео для себя. Зайдя в любую карту, нажми стрелочку вниз на клавиатуре, и все настройки для тренировки будут сразу поставлены. А если еще и нажмешь стрелочку вверх, то тебе откроется режим ютубера, где ты сможешь снимать годные темы, например, раскидки. Далеко от стрелочек не пойдем, оставлю свою метку. Стрелочки влево и вправо будут показывать в чате CyberBanana Config и YouTube CyberBanana. Это если хочешь помочь мне продвинуться к моей мечте в 100 тысяч подписчиков. Кстати, осталось всего лишь 96 тысяч. Ну чё, поехали, пацаны, к мечте. Ну и завершим самыми дикими бинтами на мышке. Во-первых, цвет прицела меняется нажатием на колесико мышки. Если покрутишь на себя, это ты прыгнешь, если от себя, выкинешь бомбу. Во-вторых, при нажатии на левую кнопку мыши автоматически чистится карта от крови и пуль. Теперь всегда будет чистенькая карта, где отчетливо видно противника. Также я оставлю пасхалочку на маус 5, противники оценят, просто нажми и ты увидишь, что там будет интересно. Ну а на маус 4 говорить в микрофон, в принципе это просто стандарт, это очень удобно. Не забывай нажимать нам минус, эта кнопка сразу выключит звук микрофона у всей тимы. Ну естественно нам плюс обратно его включит. Бывает просто в клатчах много советчиков и реально это бесит. Как я уже сказал, в конфиге уже встроено увеличение FPS и уменьшение пинга. Ну а теперь я расскажу, как скачать и добавить к себе в игру. Скачать можно по ссылке в описании. И кстати, там моя группа с мемасами ПКС, присоединяйся, там реально годно. В общем, скачиваешь конфиг и файл пихаешь в папку cprogramfile, steam, user data, и там циферки, в зависимости каким-то там пользуешься своим аккаунтом, там будет циферки, дальше 730, local, kfg, закидываешь туда файл с конфигом. Далее просто заходишь в игру и прописываешь exec cyberbanana. И все, конфиг поставлен. Теперь, когда ты решишь нагнуть всех, просто прописываешь эту команду, конфиг включается и начинаешь нагибать. Ну что, у меня на сегодня все. Если тебе понравилось видео, обязательно ставь жирный палец вверх, подпишись, бей в колокол, чтобы не потерять меня. Ну а я погнал делать дальше годные видосы. Давай, удачи, пока.